Так, вчера я показала при вечернем свете, сегодня при дневном. Как у меня это все выглядит? Розочки еще не обработаны краской, то есть они не обработаны перламутром. И стены тоже перламутром не обработаны. Так, очень легкий ремонт, который можно каждый год обновлять легко. И просто это чистая стена. Так, здесь тоже розочки. А, кстати, там вот, вот тут вот тоже розочки. Вот тут. Вот. Убрала, чтобы света не было. Здесь еще нету окантовки. Вот такой рельеф. Вот такие розочки. Вот. Так. Здесь тоже чистая стена. Здесь просто три розы. Вот так это выглядит. Вообще очень комфортно. Мне мама сказала, у нас везде розочки. Я говорю, ну и что, здесь живут девочки.